Кадры с этими розовыми роликами быстро разлетелись в интернете. Именно в них в результате израильского авиаудара была убита Таля, 10-летняя девочка в секторе Газа. Моя дочь решила поиграть возле дома, надела ролики и спустилась вниз. Через несколько минут мы услышали взрыв. Я выбежал на улицу и среди обломков соседнего здания увидел розовые ролики. По ним я узнал свою дочь. Родители убитой девочки до сих пор в шоке. Еще вчера Таля радовала их, а сегодня остались лишь фотографии в телефоне и эти розовые ролики. Небольшая радость Тали, которая вместе со своей семьей сменила несколько мест жительства во время войны в Газе. Таля всегда обнимала меня во время израильских атак. Ей было страшно, как и всем нам. Я успокаивала ее. После бомбардировки мы будем жить в безопасности. Таля говорила: «Мама, мы не хотим войны. Мы хотим жить, как и другие дети. Хотим ходить в школу». Ей нравилось учиться. Она была отличницей. Один из первых кадров убитой девочки в розовых роликах разместил Мухаммад Аль-Джабари. Журналист из Газы отметил, что эта девочка стала объектом нападения, потому что она счастлива и радуется жизни, несмотря на войну.